На минувшей неделе православные верующие отметили один из главнейших праздников – Рождество Христово. Долгие годы до наступления советского атеистического периода этот, по сути, церковный праздник и был основным отсчетом для Нового года. Ведь именно он и стал основой для современного летоисчисления. Как проходила ночная литургия в Мирном, смотрите в сюжете наших коллег. Праздничные колокола и песнопения в 2017 раз оповещают о главном радостном событии – родился Христос. Во дворе Свято-Троицкого храма, несмотря на мороз, к рождественскому вертепу, небольшой снежной пещере выстраивается очередь. Каждый может в эту ночь прикоснуться к таинству появления на свет божественного младенца. Можно сколько угодно спорить о том, реальный ли человек Христос, был ли он посланником Божьим и насколько его учение было верным. Точно одно – его существование изменило течение мировой истории раз и навсегда. Ведь все современное сообщество даже живет по летоисчислению, в основу которого было заложено рождение Иисуса Христа. В рождественском послании россиянам патриарх Кирилл напоминает верующим, что своим примером Иисус призывает к самоотдаче и любви к ближним, чтобы мы каждый день доказывали это своим служением и поступками, при этом не забывая печальные уроки российской истории. Рождественская ночная служба завершилась глубокой ночью, наполнив человеческие сердца радостью и ликованием. Это очень большой праздник для нашей семьи. Мы отмечаем его каждый год и с детьми радуемся светлому празднику. Для тебя что праздник? Елка нарядная и конфеты под елкой. Вот так вот, да? Да. Здоровья и счастья. А ты что? А я желаю вам всем благополучия и Божьей помощи. Вот умница. Ну, папа. Ну, мирненцы, приходите в храм. Всего вам доброго. С Богом. Что пожелаете мирницам? Всего хорошего, самое главное – благополучие, семейного счастья и здоровья. Ну, это такой праздник, который значит все в этой жизни. И жизнь, и радость, и печаль. Ну, все, что в жизни происходит, это вот праздник. Пожелайте что-нибудь землякам своим. Я желаю всем мира, добра, счастья, любви, заботы, благополучия. Что для тебя важнее, Новый год или Рождество? Для меня, ну, как бы два разных праздника. Это Рождество – это более духовный такой, более православный, а Новый год – это более такой светский праздник. Ну, Новый год, когда собирается, конечно, вся твоя семья в основном, а Рождество – это когда ты приходишь в храм, получается, как день рождения Господа, что ли. Татьяна Магит, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».